За границей его называли Иваном Грозным, а в Советском Союзе ему поручали самые секретные и ответственные задания. Он стал первым председателем КГБ и превратил его в современную профессиональную спецслужбу. Но в середине 60-х был лишен всех званий и с позором отправлен в отставку. Долгие годы имя Ивана Серова находилось под негласным запретом. Однако сам он до конца своих дней верил, рано или поздно справедливость будет восстановлена. В сентябре 1923 года в городе Кадников Вологодской губернии состоялись выборы председателя волосного исполкома. Должность эту занял совсем молодой человек, который недавно заведовал местной избой читальней. Звали его Иван Александрович Серов, и исполнилось ему всего 18 лет. В подчинении у комсомольца оказалось более 20 деревень, где предстояло решать массу вопросов. От устройства почты и телеграфа до сбора продовольственного налога. То, что на столь ответственный пост избрали вчерашнего школьника, не было редкостью в те годы. Советская Россия поднималась из руин гражданской войны. Большевики нуждались в людях волевых и преданных. Иван был подходящим кандидатом. По окончании школы сразу вступил в комсомол. Работал агитатором и был на хорошем счету в Вологодском комитете партии. Начав так рано карьеру, Серов мог стать успешным администратором, но тут его жизнь совершила первый крутой поворот. Через два года, когда Ивану исполнилось 20 лет, он получил партийную путевку в Ленинградскую пехотную школу. Так юный председатель исполкома превратился в курсанта, будущего командира Красной армии. Из воспоминаний Ивана Серова. Первое время служба не понравилась. Особенно было тяжело в бытовом отношении. Старая изношенная шинель, разодранное одеяло, в казарме холодно, так как не всегда топили. Впрочем, курсант Серов решил, что все это временные трудности, которые не стоят серьезного внимания. Главное – учеба. Он выбрал специальность артиллериста. С дореволюционных времен в артиллерии служили самые грамотные офицеры. Она требовала отличного знания физики, инженерных и математических дисциплин. Серов с головой погрузился в учебники. В итоге в списке из 180 выпускников пехотной школы он занял почетное 4-е место. После окончания учебы Серов отправился служить на Северный Кавказ. Молодому командиру артиллерийского взвода удалось с первых шагов завоевать доверие вышестоящего состава и авторитет среди подчиненных. В кругу сослуживцев он выделялся подвижным темпераментом и быстрой речью. А еще тем, что на дух не переносил спиртного. Однажды в городе Каменске, где стоял его гарнизон, Серов встретил красивую стройную девушку. Иван Александрович решил познакомиться, но неожиданно оробел. А через несколько дней снова увидел ее. И на этот раз не упустил своего шанса. Девушку звали Вера Абрамова. Она только что окончила школу и приехала поступать в институт. Иван Александрович предложил еще раз встретиться. Вера согласилась. Им было суждено прожить вместе 58 лет. 19 марта 1932 года молодые люди поженились и в тот же день съехались. Приданое невесты состояло из односпальной железной кровати и небольшого чемодана с платьями и бельем. Денег вечно не хватало.
Зимнее пальто для Веры Ивановны сшили из отрезов на брюки и китель, которые не пригодились ее мужу. Через год родился первенец, сын Володя. А Серов продолжал нести службу. Из Каменска его переводят в Краснодар, затем в Винницу. Вместе с ним по стране ездит семья, жена и маленький ребенок. К 1935 году Серов дослужился до должности исполняющего обязанности начальника штаба артиллерийского полка. Однако ему не хватало высшего военного образования. Иван Александрович подал рапорт о поступлении в военную академию имени Фрунзе. Тогда он даже не подозревал, что это решение кардинально поменяет его судьбу. Когда трехлетний срок обучения подходил к концу, Серов с нетерпением ждал распределения в военную часть. Каким же было его разочарование, когда выяснилось, что будущих выпускников направляют в НКВД, наркомат внутренних дел. Для Серова, человека, который отслужил в армии больше 10 лет и связывал с ней все свое будущее, эта новость стала настоящим ударом. Он был уверен, что в качестве военного способен принести стране больше пользы. Но удастся ли ему убедить в этом руководство? В январе 1939-го Серова вызвали на Лубянку, где ему предстояло встретиться с новым наркомом внутренних дел Лаврентием Берией. Берия Лаврентий Павлович возглавил НКВД в ноябре 1938 года. На этой должности он заменил Николая Ежова, непосредственного исполнителя массовых репрессий 1937-38 годов, так называемого «Большого террора». Берия взял курс на сворачивание репрессий и обновление кадрового состава НКВД. В 1939 году из органов внутренних дел были уволены или арестованы за нарушение социалистической законности более 7 тысяч сотрудников. После массовых увольнений в наркомате внутренних дел открылось множество вакансий. Тогда в распоряжение руководства НКВД было направлено несколько сот выпускников военных академий. В их числе оказался и Иван Серов. Дождавшись своей очереди, он вошел в кабинет Берии. Сейчас должна решиться его судьба. Глава НКВД обошелся без долгих предисловий. Он сообщил, что Серова решено назначить на должность заместителя начальника главного управления милиции, и ему следует немедленно приступить к обязанностям. Хотя Серову был предложен очень высокий пост, его это совершенно не впечатлило. Он артиллерист, квалифицированный военный. Иван Александрович понимал, что другого шанса не будет. Нужно сию же минуту объяснить, что совершается огромная ошибка. Вместо ответа Берия гневно швырнул Серову какую-то бумагу. Под решением ЦК ВКПБ о его назначении стояла подпись Сталина. Только после этого Серов замолчал. Работа в милиции сильно отличалась от всего, к чему привык Серов. Помимо строгой дисциплины и умения оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, здесь требовались и совсем другие качества – хитрость, гибкость, находчивость. Для того, чтобы победить преступность, Серов должен был сам научиться мыслить как преступник. По долгу службы он имеет дело с ворами, картежниками, спекулянтами, изучает уголовный жаргон, обзаводится собственными информаторами. Вскоре Ивана Серова назначают ответственным за проведение операции государственной важности. Ему предстоит выяснить, каким путем иностранные разведки добывают советские паспорта для заброшенных в страну агентов, а затем перекрыть этот канал. Неудача стоила бы Серову всей дальнейшей карьеры. Пытаясь выйти на след, он лично допросил сотни человек. Далеко не все были готовы сотрудничать со следствием.
Но к тому моменту Серов уже умел разговорить самых отпетых уголовников. Круг подозреваемых постепенно сужался. Наконец, из обрывков информации сложилась цельная картина. Оказалось, что документы у подвыпивших москвичей крадут проститутки, а затем продают их иностранцам. Преступницы немедленно были задержаны. А Серов доказал советскому руководству, что способен справляться с самыми сложными поручениями. Вскоре после этого его снова вызвали на Лубянку. Берия объявил Серову решение Политбюро. Он назначается главой наркомата внутренних дел Украины, второй по величине союзной республики. К выполнению новых обязанностей Иван Александрович должен был приступить уже на следующий день. До киевского поезда оставалось пара часов. Серов едва успел заехать домой, чтобы попрощаться с женой и шестилетним сыном. За день до этого, в ночь на 1 сентября 1939 года, произошло событие, которое разделило историю 20 века на «до» и «после». Гитлеровская Германия вторглась на территорию Польши. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. Началась Вторая мировая. В этой крайне непростой ситуации Советский Союз исходил из интересов своей безопасности. Сталин понимал, что раньше или позже Гитлер нападет на СССР. Советское руководство стремилось оттянуть этот момент, чтобы подготовить вооруженные силы страны к неизбежной войне с Германией. 23 августа 1939 года, за 10 дней до начала Второй мировой войны, СССР и Германия подписали договор о ненападении, так называемый «Пакт Молотова-Риббентропа». К ним прилагался дополнительный секретный протокол. Секретный протокол означал, что в случае войны Германии против Польской Республики СССР мог ввести войска на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, чтобы защитить местное население. Большая часть этих территорий до революции была частью Российской империи, а в состав Польши вошла только в 1921 году. Протокол не накладывал на Советский Союз обязательств действовать на стороне Германии. После начала Второй мировой войны Красная армия вступила на оговоренные в протоколе территории Украины и Белоруссии. Серов приступил к обязанностям наркома внутренних дел Украины в момент, когда советское руководство планировало военную операцию по присоединению Западной Украины. На органы НКВД легла задача в кратчайшие сроки разгромить позиции польской разведки и подавить любые попытки сопротивления. С этого времени Серов противостоял уже не мелким криминальным группировкам, а опасному, сильному, хорошо организованному противнику. 17 сентября в 5 часов утра войска Красной Армии начали продвижение на территорию Польши. Вместе с ними на передовой находился Иван Серов. Войдя в города, возглавляемые им опергруппы НКВД занимали учреждения связи, банки, типографии и другие стратегические объекты. Брали под охрану электростанции, водопроводы и продовольственные склады. Серов руководил арестами и выселениями так называемых нежелательных лиц – от польских офицеров до бывших полицейских, фабрикантов и уголовников. А по вечерам, оставаясь в одиночестве, Иван Александрович вел дневник. В своих записях он без оглядки на цензуру описывал все, что с ним происходит. Само существование этих тетрадей Серов всю жизнь тщательно скрывал. Ведь многое из того, что он записывал, приравнивалось к государственной тайне. Если бы дневники были обнаружены, Серову полагалось в лучшем случае разжалование, в худшем – трибунал и смертная казнь.
Тем временем в Киеве у Серова родилась дочь Светлана. Прошло 2 месяца, прежде чем Иван Александрович смог выбраться к семье и повидать дочку. Сразу же после этого он начал собираться во Львов. Там сохранялась крайне напряженная ситуация. Хотя Западная Украина была официально присоединена к Советскому Союзу, противники советской власти не складывали оружие. Они взрывали склады, убивали советских солдат и сотрудников НКВД, устраивали диверсии. За всем происходящим стояла подпольная организация «Союз вооруженной борьбы» во главе с полковником Акулицким. Леопольд Акулицкий, польский военный и политический деятель. Перед началом Второй мировой войны член польского генерального штаба. Имел конспиративный псевдоним «Медвежонок». В сентябре 1939 года участвовал в обороне Варшавы от сил вермахта. После поражения польской армии перешел на нелегальное положение и начал борьбу против СССР. Чтобы захватить Акулицкого, Серов создал обширную агентурную сеть. Вскоре пришла информация, что полковник скрывается в маленьком домике на окраине Львова. Помощники советовали Серову подождать с арестом до утра, но тот не хотел рисковать. Акулицкий может ускользнуть в любую минуту. Нужно брать его прямо сейчас. Однако Серов предвидел еще одну проблему. Полковник слишком много знал. Увидев, что за ним пришли сотрудники НКВД, он может попытаться покончить с собой. Было необходимо усыпить бдительность Акулицкого. Один из подчиненных Серова переоделся в еврейского торговца. В сопровождении сотрудника милиции он пришел в указанный дом и набросился на Акулицкого с обвинениями. Тот якобы не заплатил ему за 0,5 кило сахарина. Акулицкий уверял, что торговец обознался. Тогда вмешался милиционер. Он заявил, выяснять, кто здесь прав, придется в отделении. И повел обоих к машине. Акулицкий понял. Его обвели вокруг пальца. Мнимый торговец тут же скрутил ему руки и обшарил карманы. Первым, на что он наткнулся, была ампула с цианистым калием. План, придуманный Серовым, сработал. От неожиданности Акулицкий не успел принять яд. После его ареста польское сопротивление постепенно сошло на нет. А Серова, как ценного сотрудника, перевели обратно в Москву. За успехи в борьбе с антисоветским подпольем он был награжден орденом Ленина. Тем временем на страну надвигалось самое тяжелое в ее истории испытание. Утром 22 июня 1941 года 3 группы немецких армий «Центр», «Север» и «Юг» вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. В первые месяцы, несмотря на отчаянное сопротивление, советские войска терпели поражение и отступали к Москве. Осенью 1941 года казалось, что враг вот-вот прорвет линию фронта и войдет в столицу. Уже был подготовлен план действий на случай, если немцы захватят Москву. Но у плана была и секретная часть. В нее были посвящены лишь несколько человек. Ответственность за выполнение спецмероприятий легла на Ивана Серова. В случае, если немецкие войска войдут в Москву, ему поручалось вывести из строя более 1000 столичных объектов, включая электрооборудование метро, водопровод и канализацию. Постановлением Государственного комитета обороны от 8 октября 1941 года была учреждена группа по проведению специальных мероприятий в Москве и Московской области, которую возглавил Иван Серов. В задачи группы входило минирование трасс и улиц, по которым противник мог пройти к Кремлю. Ленинградского шоссе, Тверской, Большой Никитской, Воздвиженки и других. Кроме того, группа должна была организовать минирование 1119 столичных зданий. Среди них – железнодорожные вокзалы,
колонный зал Дома Союзов, гостиницы «Москва» и «Националь», а также здание Госплана, в котором с 1993 года располагается Государственная Дума. Операция по минированию объектов отличалась технической сложностью и была крайне опасной. В распоряжение группы Ивана Серова были выделены тонны взрывчатки, несколько километров бигфордовой детонирующего шнура. Нужно было добиться того, чтобы все взрывные устройства сработали в точно обозначенный срок. Заминированные здания должны были в одно мгновение превратиться в руины, преграждающие путь к Кремлю, последнему рубежу обороны. Любое неверное действие могло привести к тысячам жертв среди мирного населения, ведь многие из заминированных предприятий продолжали работать. Но этим роль Серова не ограничивалась. Именно ему, человеку большой личной храбрости и при этом самой обычной, незаметной внешности, Сталин поручил роль главного московского резидента. Если немцам все-таки удастся захватить столицу, Иван Александрович должен был оставаться в городе. Готовясь к диверсионной работе в тылу врага, он создает партизанский отряд. По легенде, Серов являлся обычным водителем второго класса. Шоферское обмундирование, водительские права, паспорт на чужое имя и оружие были спрятаны в надежном месте. Из воспоминаний Ивана Серова. «Обоснуюсь где-нибудь в районе области. Отращу бороду. Заранее подберу себе наиболее партийных и преданных родине товарищей. И будем мы устраивать сюрпризы немцам. Я думал, если Денис Давыдов в 1812 году мог все это сделать, так сейчас возможностей больше». До чрезвычайных мер дело так и не дошло. 10 октября командование Западным фронтом принял Георгий Жуков. К декабрю обозначился перелом в ходе военных действий. Советские войска перешли в контрнаступление. Враг был навсегда отброшен от Москвы. Еще в первые дни войны Серов просил отправить его в действующую армию. Он считал, что как профессиональный военный не имеет права отсиживаться в тылу. Тогда он получил отказ. Серов был нужнее в Москве. Однако Ивану Александровичу все-таки было суждено попасть на передовую. Это случилось в 1942 году, когда немцы пытались прорваться через главный Кавказский хребет и овладеть нефтяными месторождениями Баку и Грозного. Потеря этих городов, которые снабжали горючим всю страну, стала бы настоящей катастрофой. На защиту Кавказа, наряду с частями Красной армии, были брошены части войск НКВД под командованием Ивана Серова. Именно они приняли на себя основной удар противника. Во время обороны Клухорского и Марухского перевалов Иван Александрович не раз находился в шаге от гибели. Однажды во время осмотра позиций он вместе с группой ближайших помощников попал под обстрел немецких минометов. Одна из мин разорвалась в паре метров от Серова. Его засыпало землей, осколок задел руку. Через несколько секунд он пришел в себя, собрался с силами и отбежал в укрытие. Но полученная контузия напоминала о себе еще долго. До самой старости у Ивана Александровича периодически повторялись приступы с потерей сознания. Горные перевалы удалось отстоять, а Иван Серов за мужество и отвагу, проявленные при обороне Кавказа, был награжден вторым орденом Ленина. Тем временем гитлеровские войска продвигались вглубь страны. По пути немецкие части старались привлечь на свою сторону местное население. В ряде советских регионов такая пропаганда нашла отклик. Часть жителей создавала бандформирование, оказывая поддержку силам вермахта. В 1944 году, после освобождения Кавказа и других районов страны, советское правительство приняло решение о переселении некоторых народов в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Таким образом, за преступления отдельных лиц пострадали целые народы.
были насильственно вывезены с родных земель: калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, нагайцы, турки-месхетинцы, понтийские греки, болгары, немцы Поволжья и некоторые другие национальности. Серов по решению командования был привлечен к организации и проведению депортаций. Эти переселения сопровождались многочисленными жертвами, голодом, утратой традиционного образа жизни. В 1989 году Верховным Советом СССР была принята декларация о признании переселений незаконными и преступными. Все репрессированные народы были реабилитированы. В августе 1943 года Сталин поручил Серову организовать свой единственный выезд на фронт. Эта поездка была приурочена к подготовке операции по освобождению Смоленска. Ивану Александровичу предстояло провести бок о бок со Сталиным трое суток. На нем лежала ответственность за поиск жилья, транспорт, охрану и обеспечение всем необходимым. Когда Сталин находился в прифронтовой зоне, пришла радостная новость. В ходе Курской битвы советские войска заняли Белгород и Орел. Верховный главнокомандующий улыбнулся. В Старой Руси победу войск отмечали звоном колоколов или фейерверками. Нам надо тоже отмечать такие победы. Серов с готовностью поддержал эту идею. А вечером 5 августа, сразу после возвращения Сталина, в Москве было произведено 12 залпов из 124 орудий. Так в Советском Союзе родилась традиция победных салютов. С того времени до конца войны небо над Москвой озарялось салютами 355 раз. Красная армия освобождала от захватчиков город за городом и продвигалась все дальше на запад. 21 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов сломили немецкую оборону на подступах к германской столице и приступили к штурму Берлина. В составе передовых частей находился уполномоченный НКВД генерал Иван Серов. Именно он первым сообщил Сталину о том, что советские войска вошли в столицу гитлеровской Германии. Тогда же, в ходе разговора по закрытой линии, верховный главнокомандующий дал Серову новое сверхсекретное поручение – захватить Адольфа Гитлера и передать его советскому руководству. События развивались стремительно. 25 апреля войска Красной Армии полностью окружили Берлин. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Вместе с фюрером самоубийство совершила Ева Браун, его любовница, на которой он женился за день до смерти. Через день самоубийство совершили министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс и его жена Магда. Первого мая советские войска штурмовали рейхсканцелярию, где располагался гитлеровский штаб. Серов приступил к поискам фюрера. Вскоре он обнаружил вход в подземный бункер, где Гитлер провел последние дни. Но там было пусто. Правда вскрылась только после того, как сдался в плен Ганс Фриче, ближайший помощник Геббельса. Фриче отвел Серова к бункеру. В 5 метрах от входа в земле виднелось еле заметное возвышение. Серов приказал своим помощникам взять лопаты. Первыми откопали тела Йозефа и Магды Геббельс, а также Евы Браун. Наконец, на дне ямы показался еще один труп. Лицо и волосы обгорели, но сомнений не оставалось. Это был фюрер. Из воспоминаний Ивана Серова. «Мне как-то стало неловко. Словно я был виноват, что не выполнил наказа Верховного и не сумел захватить этого головореза живьем. Но что поделаешь, сие от нас не зависело». Как выяснилось, перед самоубийством Гитлер велел своим адъютантам сжечь его труп. Но те не успели довести дело до конца. Кругом грохотали взрывы.
Адъютанты спешили скрыться в безопасное место и ограничились одной канистрой бензина. После того, как останки Гитлера, Евы Браун и супружеской четы Геббельс были обнаружены, их дальнейшее местонахождение хранилось в строжайшем секрете. Они несколько раз переносились с места на место, пока в феврале 1946 года не были захоронены на одной из баз НКВД в городе Магдебурге. В апреле 1970 года останки были вырыты и сожжены на костре. Пепел был сброшен в реку Бидериц в 11 километрах от Магдебурга. Война окончилась. 8 мая 1945 года Иван Серов стал участником события исторического масштаба – церемонии подписания капитуляции Германии. А спустя три недели, 29 мая, он был удостоен звания Героя Советского Союза за мужественное руководство наступательными операциями при взятии города Берлина. Но Серов не сразу вернулся на родину. Ему предстояло выполнить еще один приказ Сталина – разыскать в оккупированной Германии немецких специалистов, работавших над созданием оружия возмездия. Оружием возмездия пропагандисты Третьего Рейха назвали новейшее ракетно-артиллерийское вооружение, предназначенное для поражения удаленных целей. Наиболее известны реактивный самолет-снаряд «Фау-1» и ракеты дальнего действия «Фау-2». Они были впервые применены в 1944 году при бомбардировках Лондона и других британских городов. В ходе оккупации Германии войска союзников первыми получили доступ к секретным технологиям Третьего Рейха. Это могло привести к существенному военному превосходству Соединенных Штатов. Государственная безопасность СССР зависела от того, удастся ли добыть ту информацию, которой уже владели американцы. Долгое время казалось, что эта задача невыполнима. Обнаружить ракетный завод, расположенный в горах Тюрингии, не составило большого труда. Однако лаборатории и цеха, соединенные подземными галереями, пустовали. Пусковая площадка была взорвана. От оружия возмездия остались только отдельные детали, которые не давали полной картины. Главные разработчики давно были вывезены в США, а те, что остались в Германии, тщательно скрывали свое прошлое. Спустя несколько месяцев агентурная работа дала первый результат. Серов вышел на крупного инженера-ракетчика Гельмута Гретрупа. От него нити потянулись к другим специалистам. Главной сложностью было убедить их сотрудничать. Немецкие разработчики сверхоружия опасались мести со стороны победителей. Каждому из них Серов дал гарантию неприкосновенности, а особо ценных специалистов с их согласия вывез в СССР. Дальнейшую работу возглавили будущие академики Борис Черток и Сергей Королев. Советский ракетостроительный проект, начало которому было положено еще в 30-е годы, получил мощное ускорение. После того, как Серов успешно справился с этим заданием, он был назначен первым заместителем министра внутренних дел. Однако сразу же после этого повышения над ним нависла смертельная опасность. Все началось с того, что Иван Александрович заметил за собой слежку. Как человек, хорошо знакомый с методами разведки, Серов быстро вычислил, что наблюдения за ним ведут сотрудники Министерства госбезопасности, конкурирующей спецслужбы. И хотя им не удалось обнаружить компромата на Серова, в 1947 году тот стал фигурантом так называемого «трофейного дела». «Трофейное дело» – кампания, направленная против злоупотреблений среди советского генералитета. Одним из главных подследственных являлся маршал Жуков. Ему вменялось в вину присвоение на территории оккупированной Германии большого количества мебели, произведений искусства и другого трофейного имущества. Кроме Жукова, по делу проходили 12 генералов, в
включая Ивана Серова. Трое из них были расстреляны. В ходе расследования были арестованы ближайшие помощники Серова. Они дали показания о том, что Иван Александрович занимался в Германии личным обогащением. Как и многие другие генералы, он действительно вывозил из Берлина ценные вещи, хотя и в гораздо меньших размерах, чем ему приписывали. Но далеко не это стало самым страшным обвинением. Министр госбезопасности Виктор Абакумов, который вел трофейное дело, давно мечтал устранить Серова. Причина заключалась и в личной неприязни, и в соперничестве двух ведомств – МГБ и МВД, руководители которых стремились доказать Сталину свою незаменимость. Абакумов утверждал, что в военные годы Серов прослушивал разговоры членов Политбюро. Следующим шагом должно было стать обвинение в шпионаже, за которым автоматически следовал смертный приговор. Казалось, Серов обречен. Многие из коллег от него отвернулись. Но Иван Александрович не собирался сдаваться. Взвесив варианты, он решился на крайнюю меру. Написал Сталину письмо с просьбой защитить его от преследования. Иосиф Виссарионович выдержал паузу, а затем дал распоряжение оставить Серова в покое. Несколько лет Иван Александрович спокойно работал, не опасаясь за свою жизнь. Так продолжалось до 5 марта 1953 года. В этот день умер его главный покровитель – Иосиф Сталин. В стране наступала эпоха перемен, и Серову предстояло найти в ней свое место. За годы службы в армии и органах внутренних дел он привык беспрекословно выполнять любые поручения. Если требовалось, проявлял инициативу, но никогда не вмешивался в вопросы политики. Теперь все изменилось. В высшем руководстве страны развернулась борьба за лидерство. Серову предстояло сделать собственный политический выбор, решить, чью сторону он займет в этой схватке. Среди тех, кто претендовал на власть, выделялись две главные фигуры – министр внутренних дел Лаврентий Берия и секретарь ЦК Никита Хрущев. Серов был тесно связан с обоими. Берия являлся его непосредственным начальником. С Хрущевым он дружил еще с довоенных времен, когда оба работали на Украине. Многим казалось, что позиция Берии сильнее. За ним стояли спецслужбы, главная опора режима. И все же Серов поддержал Хрущева. Он принял участие в заговоре против Берии, организовал аресты ближайших помощников, разоружил охрану, перерезал в кабинете телефонные провода. Вскоре Берия был обвинен в шпионаже и расстрелян. Вместе с ним к высшей мере наказания были приговорены несколько его заместителей. Займи Иван Александрович сторону своего начальника, ему пришлось бы разделить ту же судьбу. Вместо этого Серова ожидал крупнейший карьерный взлет в его жизни. В марте 1954 года Хрущев выдвинул его на пост главы нового ведомства – КГБ. КГБ – Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Действовал с 1954 по 1991 годы. Главными функциями КГБ являлись внешняя разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной границы, охрана руководителей партии и правительства, а также борьба с национализмом, инакомыслием и антисоветской деятельностью. Во второй половине 20 века эти три буквы КГБ были известны всему миру. На одних они нагоняли ужас, других наполняли гордостью за страну. Для третьих стали символом подавления гражданских свобод. Но никто не сомневался в том, что КГБ выполняет свои задачи на высочайшем профессиональном уровне. В этом была большая заслуга Ивана Серова, который превратил органы госбезопасности в современную эффективную спецслужбу.
Он возглавил КГБ в годы, когда набирала обороты холодная война между Советским Союзом и странами Запада. Действия разведки приобретали все большее значение. ЦРУ, Центральное разведывательное управление при американском правительстве, стремилось получить доступ к советским государственным тайнам и не жалело ни средств, ни усилий. Чтобы достойно ответить на этот вызов, Серов провел коренную реформу органов госбезопасности. За рубеж были отправлены сотни кадровых разведчиков-нелегалов. Не меньшую роль играли завербованные агенты-иностранцы. Среди них Джордж Блейк, офицер британской разведки Ми-6, который искренне верил в превосходство советского строя и добровольно пошел на сотрудничество с КГБ. Люди, подобные Блейку, шли ради своих убеждений на серьезнейший риск, ведь в случае разоблачения они жертвовали всем – карьерой, свободой, жизнью. В результате КГБ ввел успешное противостояние с западными спецслужбами, часто опережая их на несколько шагов. А Серов, который стоял у руля этой могущественной структуры, получил на Западе прозвище «Иван Грозный». Казалось, теперь уже ничто не может угрожать положению Ивана Александровича. Однако Хрущев начал отстраняться от ближайшего соратника и все чаще при посторонних позволял себе грубости в его адрес. Из воспоминаний Ивана Серова. «Я не ожидал от Хрущева этого, потому что знаю его неплохо на протяжении 16 лет, и он не был таким». Неужели власть и положение начинают кружить голову не в ту сторону? Но преобразился не только характер первого секретаря ЦК. В стране изменилась сама атмосфера. В феврале 1956 года состоялся 20-й съезд партии. Во время закрытого заседания Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. Этот доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Вскоре в советском руководстве начались кадровые перестановки. Те, кто был связан со Сталиным, лишились былого влияния. Среди людей, которые теперь окружали Хрущева, Иван Серов казался чужаком. Он с молодости отличался неуживчивостью, отказывался лицемерить и участвовать в закулисных играх. Неудивительно, что он быстро нажил влиятельных врагов. Они убеждали Хрущева, за главой КГБ тянется след преступлений сталинской эпохи. Близость с таким человеком наносит ущерб репутации государственного лидера. Отставка Серова с поста председателя КГБ была предрешена. В декабре 1958 года его назначили начальником ГРУ, Главного разведывательного управления при Генштабе. В иерархии государственной власти Серов опустился на целых две ступени. Хотя Иван Александрович считал, что с ним поступили несправедливо, это никак не сказалось на его отношении к работе. Он любил разведку и знал, как поставить дело. Под руководством Серова сотрудники ГРУ завербовали множество новых агентов. Их количество исчислялось не десятками, даже не сотнями, тысячами. Одним из самых ценных приобретений стал высокопоставленный чиновник Министерства обороны Швеции Стиг Венерстрём, кодовое имя «Орел». Он пошел на контакт с ГРУ, чтобы выровнять баланс сил между капиталистическим и социалистическим блоками и не допустить Третьей мировой войны. Благодаря Венерстрёму и другим агентам советская военная разведка располагала материалами о дислокации войск НАТО и планах военных операций, чертежами новейших самолетов, ракет и подводных лодок. Это позволило обеспечить безопасность страны и, что не менее важно, сэкономило миллионы рублей на собственные научно-технические разработки. Однако все успехи возглавляемого Серовым ведомства не уменьшили количество его недоброжелателей. Вскоре случилось событие, которое сыграло роковую роль в биографии Ивана Александровича. 22 октября 1962 года
был арестован его подчиненный, полковник ГРУ Олег Пеньковский. Основанием для ареста стало подозрение в шпионаже в пользу США и Великобритании. Вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да, я не стал делать выбора и работал с двумя разведками. Олег Пеньковский – самый известный двойной агент в истории советских спецслужб. По собственной инициативе предложил услуги представителям ЦРУ и британской внешнеполитической разведки МИ-6. За полтора года передал на Запад более 5000 секретных документов, выдал более 600 советских разведчиков. 11 мая 1963 года был признан военной коллегией Верховного суда СССР виновным в измене Родине и приговорен к расстрелу. После ареста Пеньковского Серова обвинили в потере политической бдительности, в том, что он оказывал предателю особое покровительство, а тот чуть ли не являлся другом его семьи. Это была заведомая ложь, направленная на дискредитацию Серова. Иван Александрович объяснял, что был едва знаком со своим подчиненным, но его просто не желали слушать. 2 февраля 1963 года Серов был лишен звания Героя Советского Союза, разжалован из генералов армии в генерал-майора и снят с должности начальника ГРУ. Следующее назначение стало, по сути, унизительной ссылкой. Серова отправили в Среднюю Азию, помощником командующего войсками по военным учебным заведениям. Из воспоминаний Ивана Серова. «Несмотря на тяжелые переживания, я мобилизовал волю и мужество и выехал к новому месту. Я честно, без замечаний работал. Выезжал по городам округа, где были военные учебные заведения, и проводил соответствующую воспитательную работу. Но в Москве никого уже не интересовало, насколько честно несет службу опальный генерал. К тому времени был смещен со всех постов сам Хрущев. Новые руководители отправили Серова на пенсию, а затем исключили из партии. В 60 лет полной силы и энергии Серов оказался ненужным. Он еще долго пытался добиться справедливости. Писал заявление в Политбюро, просил снять взыскание. Все письма остались без ответа. На долгие годы имя Ивана Серова было вычеркнуто из истории страны. О нем не упоминали в статьях и учебниках, не говорили по телевидению. Его портреты на групповых фотографиях были заретушированы. А на Западе поползли слухи о смерти всесильного главы советских спецслужб. В одной из книг даже утверждалось, что в середине 60-х, после тяжелого запоя, он застрелился в одном из арбатских дворов. Однако Серов прожил долгую жизнь. Как и прежде, к спиртному он не притрагивался. Вместе с женой Верой Ивановной ухаживал за садом, разводил на даче кроликов. Завел пасеку и угощал гостей медом собственного изготовления. До глубокой старости держал себя в форме. Зимой катался на лыжах и беговых коньках. Летом плавал и играл в теннис. Проводил много времени с любимой внучкой. А когда оставался один, перечитывал свои старые дневники и работал над книгой воспоминаний. Он писал ее в надежде вернуть себе доброе имя, но так и не успел закончить. В июле 1990 года Ивана Александровича Серова хоронили на сельском кладбище, неподалеку от дачи. Похороны были очень скромными. В последний путь Серова провожали всего 6 человек. С тех пор прошли годы. Многие слышали о том, что Серов оставил после себя огромный архив. Но никто, даже родные, не знали, где он находится. В 2012 году Вера Владимировна, внучка генерала Серова, затеяла на даче ремонт. Когда рабочие ломали стену гаража, неожиданно открылся тайник.
Иван Александрович опасался, что КГБ изымет рукописи и замуровал их в стену. В этих обветшалых бумагах была описана вся его жизнь. Вся правда, как она виделась Серову, о непростых событиях, в которых ему довелось участвовать. Правда о человеке, который работал на страну, но не выдержал борьбы с системой.